Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее, разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за $1, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Ephere. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока.
принципе, можно использовать такой же подход и с Lengths. То есть, если вы не хотите заморачиваться с вот этими линиями, то есть направляющими, да, которые появляются, вот мы их управляем, можно направлением управлять SurfaceComb без длины, а по группам разбить Lengths. Скорее всего, наверное, так будет даже удобнее. Сейчас попробую, в принципе, это сделать. То есть, Алисе вот так вот перенести. И запечь. Коллапс. Получится у нас гиды. То есть, вот такие вот короткие, длинные и так далее. И, в принципе, можно еще длиной поэкспериментировать. Посмотрим, что получится. Этот SurfaceComb я удалю. Так, сохраню сцену. И на сегодня с випами все. Вот. В следующую среду снова буду озвучивать уже пятую часть, то есть, чтобы вам было понятно. И снова опять чередовать випы. Посмотрим, что из этого получится. Пока вот такой вот результат получился. Кстати, сразу отвечу, зачем я это делаю. Ну, почему не плашками. Смотрите, в Hairframe Guides есть такая штука, как Height. Мы можем, допустим, выделить эту часть и посмотреть, как она выглядит, и продумать плашки. То есть даже вот такой вот кусочек можно продумать, как должны быть выглядеть плашки. Надеюсь, вы теперь понимаете преимущество, почему круто делать. Ну, вот, допустим, я могу сделать hide и выделить вот эту часть. И посмотреть, какие плашки мне нужны для конкретной части. Таким образом, продумывать более, то есть правильный подход в создании волос. Можно все, конечно, спонтанно создавать, но мне кажется, так будет удобнее. И да, это время затратно. Таким образом, можно хотя бы продумать, какие плашки нам нужны. Вот. Посмотреть в рендере, допустим, кусочек. И таким вот образом продумать. Как-то так. На этом VIP заканчиваю. Следующие VIP тоже скоро будут. Вот. Пока остановимся на этом. Так, вчера Михаил в Дискорде сделал замечание по поводу того, что здесь слишком ровная линия. Я сразу объясню, как я работаю еще раз. Смотрите, поначалу я создаю сразу общую форму, то есть со всех сторон, то есть не смотрю прям детально моменты. Ну, так работает мой мозг. То есть я стараюсь быстро набросать что-нибудь такое, потом, допустим, выбираю определенный ракурс, причем я смотрю его не во viewport, мне этого недостаточно, чтобы понять некоторые моменты, а смотрю с освещением в Арнольде или кидаю в Unreal. Тогда я анализирую всю прическу, допустим, с данного ракурса и смотрю там, что вот здесь не так, здесь так, здесь не так. Единственный момент сразу, что я понял, ну, как бы я экспериментировал, фейды можно получать классные с помощью вот этих масок Лэнгса, но все же в некоторых моментах удобнее их рисовать. Но так как мы уже умеем эти моменты делать, я буду стараться достичь результата с помощью групп и масок. Ну, без масок. То есть, в идеале, моя личная мечта, и я был рад, когда ее добавили, не рисовать маски, а делать это все программно. То есть, с помощью этих. И также вот я вам покажу референсы, которые я насобирал по всем вот этим бороды, там это. То есть, я всегда себе собираю такие вот рефы, несколько причем, и из них стараюсь собрать что-то общее. И причем, если так, смотрите, здесь есть фейд, то есть четкая линия, есть моменты, то есть специально выбивается, вот, допустим, меня так тоже стригут, есть вот плавный, ну, то есть не плавный переход, а прям затухание, то есть четкой линии нет, хотя вот здесь вот вырез такой вот. Так что это может быть? То есть вот четкая тоже. Единственный момент, который я вот сегодня, ну вот тоже, если присмотреться, она, ну, можно чуть-чуть размыть, конечно.
Это все делать можно маской, можно попробовать ленсом. Ну, то есть, смотрите, вот здесь я как бы достиг этого, ну, если не всматриваться, примерно как раз то, что мы видим вот здесь. Но я заметил единственный сейчас момент, который, ну, я как бы и не замечал, потому что я не следил за ним. Вот смотрите, если приблизиться, волосы торчат вот так вот, хотя они должны, ну, там, SurfaceComb надо настроить так, чтобы они, ну, они так не торчат в реальной жизни. У них направление, я обычно делаю SurfaceComb стрелку, так вот, ну, то есть, я сейчас вам покажу, как сделать. Чтобы не нарушить это все, еще надо продумать так. Смотрите, можно сделать, выключить вот эти все дела. Зачем они нам сейчас нужны? Я все же решил, как я и говорил в Дискорде, писать уроки, то есть полностью анализировать процесс и учить вас достигать того результата, который я достигаю для заказчиков. Ну, все вы видели мои работы, поэтому пускай это будет дольше, но мы доведем до финала эту прическу. Под Unreal, потом с нее будем уже делать плашки. Почему так, я уже объяснял в Дискорде, ну, не помню, но с Михаилом мы в звуковом чате общались. Суть в том, почему я так делаю, я сразу объясню еще раз. Во-первых, ну, я уже показывал, если зайти в Here from Guides, Hide сделать и выбрать какую-то часть, мы можем анализировать так прическу, ну, то есть какие плашки нам нужны. И здесь, допустим, работать с этой частью и ее воссоздавать плашками. То есть прям вот так вот ставить как референс и воссоздавать. Это первый момент, почему я так делаю. Второй момент, реал-тайм подходит ближе и ближе, ну, то есть Alembic Hair, да. И мне кажется, важно научиться тоже делать сразу волосы. Тем более, ну, в комментариях там и в личке меня просят, чтобы я показывал и такие волосы, то есть создание прически обычно без плашек. Вот, понятно, что когда вы работаете с заказчиком, вам часто могут дать просто 10 дней и за эти 10 дней попробую, ну, тратить время на, еще на полноценную прическу. Это, конечно, ну, расточительство, поэтому мне часто дают просто скульпт, которого в уроках, естественно, у меня сейчас нет. Я по этому скульпту создаю прически. В своих уроках я хочу показывать всегда момент того, что создаем сначала под real-time groom плагин, а потом создаем уже плашки из этого. То есть у меня время не ограничено, и я хочу вас научить сразу делать две опции, потому что часто у меня заказчики просили так две опции. Благодаря этому всегда можно в игре перейти, когда это все будет идеально работать на всех платформах, перейти сразу на Groom плагин. Во-вторых, это крутой реф на фотках. Вот смотрите, даже если смотреть эти фотки, вот так вот я уже приблизился. Ну, качественные фотки найти сложно. Заказчики часто, да, дают фотки в студии. То есть, они сами фоткают, и там качество, конечно, при таком приближении шикарное. В основном же фотки лично вот меня не устраивает качество, и я стараюсь создать все эти моменты в обычной прическе, и мы так в некоторых студиях делали. И смотреть на рендере уже как референс, или вот так вот делать, как я показал. То есть, беру кусок. Ну, здесь это все будет запекаться, естественно, не нужно это. Беру, вот, допустим, какой-нибудь кусочек. И смотрю, да, здесь вот такие вот плашки нужны, и продумываю эту систему. Вот, поэтому прошу сразу же учесть момент, что я могу, ну, то есть я буду теперь записывать так. Мы выбираем определенный ракурс, я его рендерю, смотрю, анализирую и доводим до идеала. То есть, а основываясь на рефах. Рефов я выбрал несколько, потому что, ну, я люблю вот так вот экспериментировать с четырех, допустим, причесок, делать что-то свое. Можно, в принципе, выбрать какой-то один ракурс. Ну, будем смотреть. Я вот так вот мозг тренирую, чтобы создавать какую-то свою уникальную прическу. Так интереснее. Причем специально разные подбираю, допустим, вот разные бороды, да, разные прически, чтобы мозг работал на разных направлениях и что-то придумывал свое. Вот. Что мы сейчас делаем? Как вы помните, в предыдущем випе я хотел проработать вот эту часть.
Поэтому я выберу передний ракурс. Сейчас настрою Арнольд, отрендерю то, что уже есть, и постепенно буду продумывать, править и так далее. Потом вот эти все моменты мы продумаем. Я, цель лично у меня научиться это делать без масок. То есть группами. Это интереснее, потому что так, хотя маской контроль, я хочу попробовать новые технологии, поэтому вот так вот. Вот, что конкретно здесь, как сделать фейд? Ну, смотрите, вот у нас есть разные лэнгсы, и, допустим, мы хотим здесь аккуратней фейд сделать, то есть разделить еще на несколько частей. И я думаю, для этого нужно, ну, во-первых, гидов здесь мало, чтобы маски не рисовать, нужно как раз вот линии нарисовать нам в 3D коде, как я рисовал. И также вот разбить разными группами. Не знаю, конечно, как оно будет пересекаться с теми группами, которые уже создали. Будем пробовать. Мне интересно вот именно научиться делать так. Причем здесь вот я сразу вижу, что неправильное направление. То есть волосы, они растут здесь вот так. Поэтому еще нужно поработать с направлением. Да елки-палки. Вот, да. То есть гиды, можно без SurfaceComb попробовать сами гиды сейчас вот даже взять и просто расчесать. Даже вот этот один, он изменит направление, смотрите, я покажу. А зачем я делаю вот это? Смотрите, здесь root, здесь тип. Если это не будет активно, то есть опущено, root не будет задействоваться. То есть корень вот волосок, от корня идет вот так график. И чем больше вы здесь поднимаете, тем больше влияние на корень тоже. Вот, поэтому я часто делаю просто так. Таблет пишу я отключаю, потому что мне не нравится момент. Может, кому-то удобно, мне нравится работать так. Affect Select Only, Local, это чисто... Хотя вот здесь можно оптимизировать. Оптимизировать задействует всю форму. То есть не локально, а полностью тянет. То есть даже если вы тянете за кончик, тянется и... То есть, ну, я сейчас покажу. Вот мы тянем. Видите, да, уже положение другое. И более правильное, более естественное, более настоящее. Именно поэтому нужно было это делать в SurfaceComb, потому что сейчас все направление, по сути, неправильное. А так как у нас короткая стрижка, здесь нужно создать больше этих направляющих и сделать аккуратно, а уже потом продумывать фейд. Потому что сейчас, ну, видите, вот как изменилось восприятие прически уже даже в этом кусочке. Вот. Так что я предлагаю сделать? Не править все, конечно, эти, а просто SurfaceComb сейчас сделать направление. Но не влиять на длину. Потом, как я и обещал, ставлю там камеру, настраиваю Arnold, рендерю и продумываю, прорабатываю эту часть. И так по кругу будем прорабатывать все части. Почему я сразу стараюсь, ну, на первом этапе все этого создать как можно быстрее? Потому что я показываю прогресс каждый день, и каждый день я хочу как бы впечатлять. Вот, то есть, чтобы уже человек видел там и говорил, ну, там, вау, например, на первом дне. Вот, естественно, вы должны понимать, что за один день вряд ли можно что-то сделать быстро, то есть все моменты вы, мозг, может у кого-то так мозг работает, что он может все сразу замечать. Я лично ставлю один ракурс и продумаю. Так, меньше болтовни, больше дела. Первая задача, SurfaceComb, настроить направление правильно, что мы сейчас и сделаем. То есть редактировать гиды отдельно это ого-го, долго, для этого есть SurfaceComb. Поэтому я выключаю модификаторы, они сейчас не нужны. Ну, единственное, Ephere from Guides я включу. И, наверное, количество волос сделаю меньше, чтобы не так тормозило с SurfaceComb. Вот, назначу SurfaceComb. Сейчас он собьет все направление. Не сбил. И теперь, если взять синк. Да, он собьет, когда я буду добавлять синки. То есть вот синки добавляются таким образом. Мы выбираем. И аккуратно тянем. О, это будет долго.
Сейчас я, наверное, уменьшу значение. А, да, он собьет всю эту... Блин, я забыл, что он будет забивать все. Поэтому нам SurfaceComb надо назначить на определенную группу. Это было изначально надо делать. Так. Каждый гид, конечно, исправлять. Так, ладно, надо это продумать. У нас есть группа. У нас есть группа 8 для этого. Ее мы детачим. Значит, так как мы уже Lens использовали, после них я назначу GenerateStrandData. То есть SurfaceComb прямо здесь надо назначать. Потому что нам нужна группа. Сейчас посмотрим. Я проверю, как я уже забыл. А, это одна группа для Unreal. Блин, сейчас. Продумать надо. Так, что я сделаю? Я назначу поверх вот этого дела всего. Смотрите, все-таки включу. Чтобы сильно не тормозило, поставлю. А, не буду, я буду кусочками. Не, надо продумать этот момент. 120 тысяч пусть будет. Я не знаю, там 30 тысяч. Вот, так бы хотя бы понятнее будет и быстрее работать. Все это включаем. Я, кстати, вам сцену дам, забыл дать, чтобы вы проанализировали. Clamp пока не включаем. После Lens назначаем Edit Guides. В этом... Блин, что же... Я вот не продумал этот момент, теперь вот наручу голову. А, группы нам не надо, все. Все, ребята. Все просто. Можно маску нарисовать. Я забыл. В SurfaceComb, по-моему, да, сейчас. Маску можно нарисовать, зачем нам группы сбивать? Ну, раз они уже есть. И будет удобнее просто вот так вот работать. Назначаем SurfaceComb. Здесь есть slope multiplier. И этот slope multiplier нужно нарисовать маску для направления. Так, сейчас я сделаю. Выключу Hairframe Guide, чтобы не тормозило. И нарисуем маску. Назову ее SurfaceComb. SurfComb. Так, SurfComb. Неважно сейчас какое название. JPNG, file path 2048, white, black, browse сюда ее source images, как обычно. Окей. Создаем маску. И белым вот здесь вот как раз будем красить. Не забываем, что stylus еще выключаем, чтобы она была четкой. И вот так вот мы все это дело для SurfaceComb сделаем. Я подумаю, в принципе, насчет Lens, потом, может, маской все-таки сделаю. Хотя группами интереснее продумать. А, так, стоп. Вот это направление, кстати, я тоже не хочу нарушать, поэтому я сейчас выйду потом. Проработаю сначала вот так вот. Так. Сейчас вытру эту часть. Нам не надо ее задевать. Потом, если что, там поправим. Так. Сейчас не так важно будет. Ну вот, я думаю, нормально будет. Чтобы аккуратно было, там сделаем шифтом такое вот размытие.
Кстати, все-таки, мне кажется, маски интересно рисовать. Потому что группы продумывать тоже бывает. Мозги можно сломать, а маску быстро нарисовал и все. Поэтому посмотрим насчет Lens. Но я хочу научиться группами тоже. Все-таки фишка прикольная. Ну, вам покажу так же, как можно и маску. Ну, я думаю, понятно, да, если такой фейт, то будет плавный переход здесь именно Lens. Так, Save Texture, посмотрим, как влияет SurfaceComb. Пум-пум-пум, включаем Here from Guides, SurfaceComb, включаем Sync. Вот, и... А ну-ка. Блин, он влияет все-таки, слово мультиплер. Слово мультиплер это... Подождите. Почему-то он влияет. Здесь amount мультиплера нет. Вот в чем проблема. А что, это не продумали? Есть slope channel. Slope мультиплер. А slope mask? Нет. Почему это не продумали, я даже не знаю. Сейчас, ладно, попробуем через channel. Если не через channel, придется все-таки через группы. Окей. Уговорили. Значит, в Edit Guides мы создадим. Так, это Sync любит так работать. В Edit Guides мы создадим channel. Channel. Который мы нарисуем по гидам. И по логике там все должно работать. Хотя с другой стороны, что мне мешает потом назначить группу. Не хочу я с ченнелами сейчас водиться. Смотрите, можно сделать просто. Не париться сделать. Правда, может сбиться это все. Я придумал. Я создаю так. Группы. Все-таки я создам. Неудобно, конечно, момент этот. Ладно, все. Все. Channel я нарисую. Все. Сдаем channel. Add. Называем его surf. Я с channel, кстати, редко работал. Вот. Этот channel. Current channel value. Мы сделаем очень просто. Смотрите, в Edit Guides мы вот все черное, да. Если я выделю сейчас гиды и сделаю вот так вот. Нет. Интересно. Assign value. Смотрите, assign value. Нет, не белое, а почему? Assign value. Вот, все. Белое это будет влиять, черное нет. Что мы делаем? Мы... Ух ты, зачем я это заделал? Вот так вот. Мы сделаем черное. Вот, все будет просто. Потому что группы переназначать мне не хочется. Смотрите, вот эту часть я сразу скрою, чтобы она не мешала. Там есть Select by Group, где у нас, вот, Select by Group, выберу по группе, скрою, потому что она нам не надо сейчас, вот. А вот эту часть тоже Select by Group я скрою, вот. А вот это все я назначу Channel Value 0, нет, 1, Assign. Теперь Unhide и смотрим. Да, ура!
У нас получилось, я надеюсь, потому что я не уверен, что SurfaceComb работает. Я всегда масками, не масками, а группами делал. Проверим сейчас. Hairphone Guides, SurfaceComb. И здесь выберем SurfComb. Блин. Все равно оно как-то не так. А, ну, Чаус это не то. Почему нет маски на... Короче, ребят, придется все-таки по группам это делать. Потому что собьется. Поэтому что мы сделаем? Мы сделаем все просто. Surface Channel мы удалим, он нам уже не нужен. А, добавим группы. То есть вот так вот. А Lengths каждый мы нарисуем. Да. Намутил я изначально. Короче, я сделаю группы. Select by group. Выделяю. Выделяю. Делаю hide. Точнее, одну группу назначаю. Пум-пум-пум. Допустим, восьмая. Assign. Разберемся потом с клампом и всем остальным. Ctrl-Shift-I. Назначаем пятую. Ну, неважно какую, просто чтобы было понятно. А теперь, если мы назначим SurfaceComb, SurfaceComb. И в SurfaceComb мы выберем пятую группу. Сделаем sync. Ура! А группам все работает. А при этом мы сейчас настроим этот slope ramp аккуратно. Вот так. Вот. И здесь мы продумаем эту систему аккуратно. Так. 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 И вот так. Вот. Уже что-то реалистичное. Затем мы делаем. Вот. Есть вот эти, вы видите, пятна. Они, мы их исправим потом. Потом мы делаем вот так вот. Вот так вот. Вот так. Вот здесь обычно вот так оно расчесано. Потом можно симметрию включить. Вот. И там можно было симметрию включить. Так, сейчас. X. 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 X и X. А ну-ка. Да, все получилось. Ну, сейчас направление более правильное. Вот здесь единственное, сейчас поправлю. Мы видим косяк, да? Вот так вот. Вот. И в принципе, сейчас направление правильное. Вот. То есть более натуральный рост, более правильный. Здесь, конечно, можно вот так вот сделать, наверное. И вот так вот. Вот. И вот так. Вроде так.
Ну, я думаю, достаточно. Если что, на рендере потом я буду смотреть. Вот. А теперь включим все лэнгсы. По группам, конечно, они уже не работают. Понимаете, да? Но мы будем рисовать маски. Хотя маски это заморочено. Сейчас я продумаю этот момент. В общем, в данном случае проще всего назначить один лэнгс и нарисовать нужную маску. Потому что группами, ну, тут уже вариант не катит. Ну, вы представляете, да? Поэтому, что я делаю? Я удаляю эти все лэнгс. Delete. И в коте, ну, мне нравится в коте, потом в майке чуть размоем. Мне нравится продумывать по тонам маску. Вот. Что я сделаю? Я так и проработаю. И группы тогда уже не нужны сильно. Вот. Можно было это изначально сделать, но мне было просто интересно про научиться группами это все. Я показал вам новые фичи. Они достаточно крутые, но и тогда просто до этого нужно было SurfaceComb вот это направление сделать, чтобы росло так. Вот. И сейчас что я хочу сделать? Я хочу сделать fade. Прям, ну, думаю, какой-нибудь интересный. Ну, здесь у нас, видите, разная длина, поэтому я просто показал вам эти рефы, потому что, ну, как бывает, как может быть, поэтому, ну, я их удалю. Мне нравится вот этот фейд, он больше подходит к тому, что я хотел. Вот, поэтому его лично я буду держать как за реф для фейда в Ornatrix. Сейчас я сохраню сцену. Так, для начала, в принципе, можно попробовать в Maya нарисовать. Посмотрим, что из этого получится. Я обычно в коте рисую, ну, как вы поняли. Попробую маску в Maya нарисовать. То есть, я выключу волосы, чтобы было удобно продумывать момент. На вот эту группу назначу другой цвет. Мне не нравится он. Сейчас. Пусть будет четвертая. Вот, более ясно. И теперь в Lens я нарисую маску. Маску фейда. Причем возьму этот реф. Сделаю вот так вот. Блин. Always on top. И как реф я его продумаю. Нарисую, да? Fade. Что я вижу здесь? Ну, мы более плавно его сделаем, то есть более интересно. Ну, уравняться на вот эту часть, на вот это все будем. Так, Fade. Lengths. Здесь Value Multiplier. Берем просто, нажимаем, пишем Lengths. PNG. V48. Black. И Rows, Pass, ну, сюда же, Source Images я сохраняю, Select, Create. Так. Интересно даже сделать по-другому. Смотрите. Я зайду в Source Images, копирую Hair Mask, удалю Lens, то есть имя Lens скопирую вот так вот, переименую здесь и ее доработаю. То есть, что мы делаем? В Lens заходим, здесь маска, она есть, да? Смотрите, если вы сейчас нажмете редактировать,
У вас будет... Нет, не будет. Блин, Майя не любит. В Майе, конечно, косяк вот этот. Он помнит в памяти. Вот, уже черное. Блин. Короче, в код я сейчас загружу. Я сейчас на этой... В коде я это продумаю. Потому что в Майе бывает вот этот косяк, но что-то не видит его. Поэтому я в коде буду рисовать. А, кстати, в код я все-таки не буду идти, потому что забыл я момент, что я... Да, я могу там нарисовать, но там нет такого классного размытия, как в Майе. Можно, конечно, попробовать. А просто суть в том, что если я нарисую маску там, то сюда я ее могу подгрузить, но редактировать ее не могу. Странная такая штука. В Майе. Не знаю, почему она так работает. Может, если вы... Ну, короче, я с этим не разбирался, поэтому я обычно маски рисовал вне. Вот, в матбоксе, но у меня подписка закончилась, поэтому рисую в коде. И потом... В принципе, можно попробовать. Почему? Хотя в Майе можно. Что это... Так, ладно, рисуем в Майе, все. Здесь есть эти, смотрите, что мы делаем. Первое, естественно, мы прорабатываем линию, блин, линию первую, которая белая будет. Ну, то есть, да, вот, я не знаю, как вам тут, вот, вот эту вот, то есть, более длинные волосы, не понял. А все рисует. Причем, наверное, симметрия. Не, симметрия я это делать не буду, потому что там разная длина волос у меня. Вот, я нарисую сначала маску такую вот. Да. Потом аккуратно это все можно будет поправить. Но сейчас не так это важно. Все-таки да. Вот, маска, которая у нас была. Ее мы нарисуем, сердечко. Нарисуем эту маску. Причем аккуратно. Я проверил, мало ли там стилус прешер, мне показалось, есть, но его нет. Так. Рисуем маску. Потом ее будем прорабатывать. То есть сейчас быстро ее нарисую я. Буду смотреть на результат уже. Пусть симметрия пока будет. Там, если что, я вытру это все дело. Так. Далее. Нужно выбрать. Тут удобно, мне классно нравится, что можно делать вот так. Бум. Допустим, столько процентов рисуем вот здесь вот. То есть, какой-то вот такой вот слой. Там, например, вот так вот выбритый. В коде классно еще, что можно кривыми это все, ну, аккуратно более сделать. Вот. А далее. Что далее? Далее уменьшаем серость и рисуем вот так вот. Главное не перестараться. Ну, то есть я попробую сейчас слой вот такой вот сделать. Вот. То есть линию так и закрасить. Сначала я не буду переходы плавные рисовать, ну, то есть размывать эти границы. Я просто посмотрю по длине, достаточно или нет. Конечно, группами прикольнее это редактировать. Ну, сами вы видели. То есть маской ты на глаз вот сейчас просчитываешь момент. Группами, конечно, было интереснее, потому что я наглядно крутил ползунок и это все, ну... Раз уже просчитали с группами, покажу вам масками. Это будет тоже не так уж плохо. Вот там у нас граница есть, можно не париться сильно. С границей рисуем, как вот... Понятно, что эти все моменты надо замазывать, но сейчас мы замажем. Вот, а здесь я сделаю еще вот так вот. И... Примерно вот такая линия пусть будет.
Вот, и, ну да, ее надо зарисовать. Да, не очень. Ну, косяки эти я поправлю. Пипеткой сейчас возьму. Так. Видите, все сразу за всем не углядишь, потому что ну, можно что-то пропустить. Поэтому, естественно, я потом тщательно все проверяю еще раз, еще раз, еще раз. Так, и последний слой. Пипеткой сейчас надо это взять. Аккуратно вот так вот уменьшить. Вот, последний слой будет у нас вот такой вот. И его здесь же дорисовываем. Вот так вот. Возможно, чернее это посмотрим. То есть, сейчас это не так важно. Маску всегда можно отредактировать. Ну вот, сохраняем текстуру и смотрим на Lens, как это будет выглядеть. Вот здесь классный фейд получился, видите, да? И, в принципе, ну, здесь, конечно, нужно еще проработать. Наверное, еще больше фейд сделать. То есть, мы видим эти слои. То есть, да, Hair from Guys сейчас я 100% поставлю 100 тысяч. Можно было viewport scan просто менять. Так, у нас получается такой вот результат. Да, все же нужно еще проработать. Fade здесь есть. По сути, вот эту текстуру нужно поднять выше, а здесь еще темнее сделать. То есть, чтобы прям был плавный переход. Но здесь есть четкость, но, конечно, не такая. То есть, более короткие волосы. И линию вот эту, да, я уже не продумал, когда скайп делал. То есть, можно аккуратно сделать, более выбрить. Посмотрим. Сейчас я хочу фейд проработать, поэтому снова делаю, выключаю это все дело и рисую маску по новой. То есть редактирую. Значит, вот этот цвет мне подходит. С него и начнем прямо вот здесь. Вот. Все закрасим этим цветом, потом продумаем переход. То есть пипеткой. Пипеткой берем вот этот цвет и рисуем сюда прямо вот до вот этой линии вот так вот. Потом я продумаю этот переход, сейчас главное угадать, так сказать, длину. Вот почему маски удобнее, не маски, а группы гораздо удобнее, потому что здесь мы отгадаем. Я думаю, даже, возможно, группами я все-таки и сделаю это. Я просто показываю, как маской можно. Ну, то есть, допустим, вам неудобно будет группами. Хотя уже начали масками. Что тратить время опять на группы? Так. Сейв. Чуть-чуть пипеткой сейчас я возьму, чуть-чуть светлее сделаю и зарисую здесь. Вот так вот. Сейчас я об аккуратности не думаю. Именно тут главное продумать цвета, то есть оттенки, чтобы был классный фейд. Потом это все размоем, конечно же. Вот. И здесь еще чуть-чуть светлее.